На первом месте остаются курорты нашей страны, а второе и третье места прочно закрепились за Испанией и Италией. Мы собираемся лететь на Майорку. Ну, вы знаете, вот если я говорю о себе, я вообще турист неприхотливый. Вот, и для меня важно по минимуму удобство. Ну, по минимуму, в общем-то, все отели они предоставляют. Вот, самое главное, какое экскурсионное обслуживание, какая вот эта вот экскурсионная наполненность. Крымские и краснодарские курорты оттянули рязанцев из зарубежных стран по нескольким причинам. Это, например, невысокая стоимость перелетов, цены в рублях и отсутствие необходимости оформлять визу. Свою роль играет и возможность поездки по внутреннему паспорту. Согласно данным Федеральной миграционной службы, зарубежный паспорт в настоящий момент есть лишь у 30% наших граждан. Те люди, которые любят отдыхать за пределами Российской Федерации, по-прежнему продолжают тут посещать именно эти страны. Просто уменьшилось количество дней пребывания, уменьшилась звездность отелей, изменен тип питания. Всевозможные уменьшения в сторону стоимости, конечно же, есть. И это связано в первую очередь с ростом доллара и евро, потому что практически в два раза все увеличилось. Специалисты говорят, что продажи туров в этом году снизились на 30%, а значит, что россияне предпочтут морю, грядки на даче. Конечно, в этом году туристический поток уменьшился. И уменьшился он на всех направлениях. Как на нашем российском юге уменьшилось количество отдыхающих, так и на зарубежных курортах. Связано это в первую очередь с нестабильной экономической обстановкой в России, с политической обстановкой на всевозможных курортах арабских, а также с всевозможными террористическими актами, которые то и дело происходят у нас в разных курортных местечках по всему миру. Планирую, но пока не еду. Ну, чувствуется, да. Дороже. Да, в Ростов поеду. В Ростов. Ну. Изменились предпочтения в этом году по сравнению с прошлым? Ну, я в прошлом никуда не ездил. Ну, в Ростов я поеду в своей машине, поэтому, я не знаю, как-то мне дешевле обойдется во всем этом. Нет, не поеду. Почему? Финансов не хватает.